Я кричав. Зараз Беркут, зараз трається блокади, які йдуть. Народ, якби активісти, настроєний дуже рішуче. Співають гімн. Поки що, якби, зараз нічого не відбувається, але блокади з боку міліції та Беркуту, ну, з боку. Зараз Беркуту, якби, я не бачу, лише міліція стоїть. Щитами. Ну, народ дуже настроєний рішуче, агресивно і зараз якби якогось провокатора і все. Це би був капець. Наскільки я знаю, тут десь неподалік бродять тітушки і провокація якби може відбутися вже і зараз. То просто якби все тримається на одній ниточці зараз. Просто ну реально зараз я тримаю кулаки, щоб ніхто з натовпу якби не вибіг і не зробив провокацію. Так, щити підняті. Я бачу тут один із активістів підходить до міліції, каже: хлопці, не треба битися. Просто зараз спокійно говорить з ними. Подвинься, потом вернешься на место. Подвинься, я тебе говорю, мне говорит он. Значит, ребята, смотрите, что происходит. Итак, четыре линии обороны, которые стоят. Беркутовцы со щитами, две основные линии по два человека. Дальше в промежутке между стоят народные депутаты и группа людей с ними. Потом боевые крылья партии, сцепив руки как бы в два ряда. И дальше идет баррикада сама, на которой ударовцы и свободовцы. За ними палатки, в лагере практически никого не остались, все вышли на передний план. Очень много прессы, реально много камер.
сзади группируются тетушки, совершенно очевидно, на заднем плане, я не знаю, видно ли вам, но как бы отсюда видно очень хорошо, на углу Лютеранской и Шелковичной группируются тетушки. Как они когда запустят, непонятно. Принцип действия будет, видимо, повторяться такой же, как и на Грушевского. Они будут пытаться продавливать щитами, как бы с дубинками, и идти количеством, не разжимая щитов. Но будем наблюдать за развитием. Планируем себе ходы к отступлению. Уже, извините, ребята, у меня задача сохранить пацанов живыми. Вот. Палки в основном деревянные, которые у боевых крыльев. Надеюсь, что там нет ломиков или чего покрепче. Ну, в общем, пока стоят друг за другом, приказа пока не поступало. Российские журналисты, вы хотите проверить, есть ли ломики, идите и проверяйте. Ломики в руках нема. Да, кольце. Деревянная палка. Мы в кольце, да? Смотрите, ребята, они сейчас как бы зажали периметр со всех сторон. То есть понятно, что администрация перекрыта. Перекрыт еще выход с Лютеранской. То есть они лагерь окружили с четырех сторон. Каким образом они собираются устраивать побоище внутри, не знаю. То есть перекрытый со всех сторон этот блок, который стоял лагерей, который стоял под администрацией президента. А головастиков немерено. То есть действительно очень большое количество подъездов. Может, подъезд еще это и открыто, но стекло, а потом он был открыт и чуть. А? Тут двери чуть так. Так, ребята, не закрывайте двери там. Была возможность мальчишкам увезти. Ну. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Алло. Что? Так, я біля неї. Зараз даю їй трубочку, зараз хвилинку. Зика геть! Зика геть! Зика геть! Ні, зв'язок іде якби. Алло. Алло. Я не знаю, просто ще сигнал блокований, чи що, ну. Вони тільки поділи. Субтитры сделал DimaTorzok.
що? Ставлю тут двома ногами, щоб ти збився з місця. А я в свиляньку втечу, як щось. Щоб ти не перечіпаєш. Я добре стою, мені просто я зараз мені не добре. Вроді би Беркут іде. Зараз я просто чуть думаю, як вони добігають. Давайте. Значит, ребята, смотрите, там подбегают, там подбегают еще беркутовцы с обратной стороны и занимают внутреннее пространство между двумя цепочками спецназа. Со вторыми щитами. Видимо, сейчас будут перегруппировываться и идти такой же принцип, как и на Грушевского. Они будут продавливать и лупить дубинками. Огромное количество, мне сложно посчитать количественно, но я думаю, что... Ну, сколько здесь народу? Но человек 400 здесь точно яйцеголовых, может даже больше, это только с одной стороны. Таким же макаром перекрыты и остальные. А что это за группа людей? Это что, тетушки? Это тетушки, да, вот там тетушки, вот там на углу. Чого там цей КАМАЗ став приїхав напроти Беркуту, там сюди. Там ще КАМАЗ? Він тільки що під'їхав. КАМАЗ буде їхати просто? Ні, це те, що якби... Майдан піднімається, вони зажаті там, нормально. Ти ще Євразовський, Я бачу, тут якийсь рух почався, Міша. Зараз вони спадають. Thank you.
Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей!